вот что, я тебя за 100 лет не буду. Ты поддерживаешь свою команду, ты молодец. Держи вот такой подарок тебе от Молодечинского мясокомбината. Только не попадайся, на броню твое сердце загорится. Тебе еще узнает весь район, узнает весь район. Yeah!
Это первый гол в «Динамо»? Да, да, да. Мы не живем в прошлом, мы живем в настоящем. Где ребята? «Динамо»! 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 Шедевр Максима Швецова. Могу сказать, наверное, первый гол в чемпионате. В 15-м году ты дебютировал за основной состав «Динамо». В 16-м году ты дебютировал в чемпионате Беларуси. Сегодня ты забил свой первый гол. Как ощущения? Ну, только положительные. Хорошо, что помог гол выиграть. Поэтому только... Ну, только положительные эмоции, поэтому, ну, много кайфовать тоже нельзя. Поэтому готовимся к следующей игре, еще много игр впереди. Пропустили мы сегодня первый гол, показалось, что он немножко дестабилизировал нас в начале, первый тайм так бы немножко сумбурный получился, второй гораздо лучше. Что в перерыве сказал главный тренер, лучше чего добавляли? Ну, мы немножко перестроились в перерыве, потому что уже было идти в атаку, стали играть 4 защитника, и я думал, что это где-то принесло свои плоды, начали больше оказывать давление на ворот соперника, и из-за этого то, ну, получились и голы. Почти месяц мы не играли в чемпионате Беларуси, и вот у нас возвращение. Как первый матч на стадионе «Динамо» уже здесь? Ну, приятно, конечно, вернуться домой. Хотелось уже и при своих болельщиках сыграть, поэтому и так и люди подошли, смотрелось. В принципе, хорошая атмосфера была, поэтому только тоже все довольны, то есть победой. Ну, это только положительный эмоции тоже от этого скажу. Впереди у нас не менее важные матчи. Сейчас будет «Арсенал», затем «Славия». Ритм будет напряженный. Как готовиться к следующим соперникам? Да, готовиться как обычно. Ничего сверхъестественного. Тренироваться, то есть работать еще больше. Поэтому идти от матча к матчу.